Приветствую, друзья! Город Мариуполь и снова центральная аллея Приморского парка. Сейчас я покажу вам, на каком этапе восстановления находится этот парк, а также какие планы у строителей в его расширении. Итак, друзья, несколько месяцев назад я для вас уже делал видеообзор центральной аллеи Приморского парка. И сейчас мы с вами увидим, что за прошедшее время здесь проделана огромная работа. Специалисты уже обустроили более половины парковой аллеи. Восстановили монумент воинам-освободителям. Завершили все демонтажные работы и обновили бордюры от главного монумента до смотровой площадки. Сейчас работают над восстановлением памятника «Бронекатер». Готовят удобный спуск к Приморскому бульвару и устанавливают освещение. Проводится обустройство смотровой площадки. На территории аллеи появятся детские и спортивные площадки, а также несколько торговых точек. За процессом масштабной стройки мы можем с вами сейчас понаблюдать. Сейчас мы с вами наблюдаем за процессом возведения Нахимовского училища. По проекту оно будет выглядеть так. 5 зданий будут соединены зигзагообразными переходами. В центре расположится плац. Вид сверху будет напоминать корабли, стоящие у причала. Стиль хай-тек. 560 курсантов начнут обучение здесь уже в следующем году. Мы уже подошли с вами к смотровой площадке. Она в процессе ее преображения. Здесь раньше находился спуск по лестнице, которая вела к набережной. Друзья, для сравнения вы сможете пройти по ссылке в описании и посмотреть, как выглядела совсем недавно центральная аллея и ее спуск к морю. Всем мира и добра!